Овсяночки грызут кирпич. Очень вкусный, наверное. Им всяких минералов, судя по всему, не хватает. Вот они и собирают крошечки. Пытаются. На нем, может, кусочки земли, песочек там. Кофе! Завтрак в постель. А чего ты убежал? Я тебе цыпленка принесла, вон, кушай. Да? Будешь цыпленка? Такой сердитый. Сердитая сова, да. Топает ножками и шипит. Да? Вот, кушай. Сове я сейчас тоже понесу завтрак. А вон перышко еще выпало у него. Да? Кофе. Такой недовольный. Приходят всякие. Че приходит? В дом не пускают и уходите, значит, да? Ладно, пойду. У меня там еще хлопот много. Надо елке выдать тоже что-нибудь вкусное. А потом птичник покормить. Ну, какая овсянка сидит яркая. Вот. Сейчас я ее яркость добавлю. О! Такая вот овсянка. На этих березках что-то они постоянно здесь кучкуются. Следят за обстановкой. Там высыпал опять из ведра всякую подстилку крысиную. Куча галок сорок. Овсянки тоже туда хотят. Привет, сова. Ты съела ночью крысеньку, да? То есть ты сейчас, возможно, что и не голодная будешь. Но у меня для тебя есть вкусное. Где выпало? Куда-то в корму. Вот есть голова. Там ум. Будешь? Ай-яй, упала. Сейчас дам. Потому что не надо за перчатку хватать, надо захватать за ум. Держи. Вот. Там пушина твоя зацепилась. Давай, надо съесть, я тебе цыпленка дам. Хорошо? Или ты пока не будешь есть? Давай, Юля. Надо отвернуться. Давай я отвернусь. Я подожду. Или давай я тебе цыпленка оставлю здесь. Тут для морожки цыпленок. И вот тебе. Держи. Хорошо? Ой, ты гуся перекладывала ночью опять. Уложила его поудобнее. Молодец. Всю подушку втоптала. На. Ёлонька, давай кушай. Как-то тебя прям здесь видно плохо. Сейчас зимой все вообще видно плохо. Контрастное такое, поэтому все темнее, чем на самом деле получается. А у елки тут вообще и окошки заморозились, и крыша вся снегом вон. Как, ну, уютненько, скажи, тепло, да? Давай, ты дай. Не вкусишь. Ладно, все, я понесла морожец, цыпленка. Но сначала там надо птичек еще покормить. Все, давай. У нас тут вот еще кто есть. Это то ли землеройка, то ли бурозубка, не знаю. Но куда ее девать, я тоже не знаю. Ее принесла Мороша. Она их ловит где-то в птиченькином кафе. А как ее выпускать? Ей же надо под землю. Куда? Мы ее выпустим. Ей надо как-то спрятаться сразу куда-то. Ой, тут уже все посъедали. Вот я не знаю. Ну, там какая-то вот дрень. Иди туда, если хочешь. Смотри. Мать. Все. Ну, я надеюсь, она разберется, что там. Как.
Где тут их? Куда девать? Так, надо сейчас все насыпать по новой. Птиченьки ждут еду. Хороша. Да, да, подожди, дверь я сейчас тебя прищемит. Стой! Пойдем. Бря. Ой, держи. Кошка такая морожка. Прям такое красивое сейчас там солнышко из-за облаков выглянуло. Уже сильно светит. Вон там такая была полоса, вот она уже вылезла. Контрастный очень. Но сегодня ветер. Поэтому так холод. Там хоть и минус 7, но с ветром очень неприятненько. Не знаю, может быть, сегодня стрим стоит запустить. Я сейчас чечётку тут видела внизу. Она, правда, вон она ходит, кстати. Блин, вот она. Где за столб? Вот она. Да, вон она. Это чечёточка. Вот. Ну, зеленушки уже постоянно здесь. Сойки сейчас там чеврей едят. Тоже в столбы фокусируются сейчас. Вон они. Я овёс собираю. Это удивительно, но сойки что-то многие собирают овёс. Им нравится. Ну, в общем, посмотрим сейчас, как будет. VPN не работают, чат я читать все равно не смогу на том телефоне. А зато можно будет потом вечером так поболтать. В общем, у птичков утро. Куда собрался? Ой! Луч! Ты дурак!